И мы начинаем процедуру награждения. Заместитель командующего 45-й армии ВВС и ПВО военно-политической работы полковник Ломакин Александр Евгеньевич. Председатель Совета депутатов ЗАТО город Североморск Евгений Платонович Алексеев. Начальник управления культуры и спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО город Североморск Зоя Михайловна Кругля. Приступаем к процедуре награждения. За третье место весовая категория 25 килограмм награждается Сталиков Ростислав. За второе место Ярстиновенко Ярослав. И первое место Борис
Третье место. Усов Николай. Второе место. Усов Андрей. И первое место. Ростов Ильич. Третье место. Овчар Злата. Второе место. Дарьева Вероника. И первое место. Зинчук Дарья. Второе место. Корова Милена. Первое место. Алладина Алена. Yeah.
Второй